В конце марта этого года известного актера Александра Носика заметили в компании эффектной блондинки. Пара ужинала в ресторане и, казалось, не скрывала теплых чувств по отношению друг к другу. Как выяснилось, выбор звезды сериала «Возвращение Мухтара» пал на бывшую солистку группы «Тутси» Настю Крайнову. Некоторые поклонники пришли в замешательство от этой новости, ведь на тот момент Носик не развелся с женой Ольгой. Сейчас мужчина может чувствовать себя абсолютно свободным, не так давно он расторгнул брак. В середине июля Ольга и Александр подали заявление в Тверской ЗАГС. У супругов не было общих детей, а потому процедура развода не отняла много времени. Тем не менее, судьи давали паре небольшой срок на обдумывание столь радикального шага. Поклонники надеялись, что после этого Носик сделает предложение руки и сердца Крайновой, однако актер обманул их ожидания. Сразу после начала бракоразводного процесса он заявил о том, что расстался с экс-фабриканткой. Фанаты до сих пор гадают, что стало причиной разрыва отношений актера и певицы. Настя Крайнова сходит с ума от любви к Александру Носику. Фанаты удивлялись тому, как Ольга и Александр рассказывали о крахе своего брака. В эфире программы «Пусть говорят» они признались, что спустя 6 лет совместной жизни их отношения сошли на нет, а потому женщине не было обидно, когда актер встретил новую любовь. Она считает, что бывший возлюбленный имеет право на личное счастье. Теперь мужчина полностью посвятил себя работе. В микроблоге он рассказывает о своих поездках с гастролями по разным городам и не говорит о том, свободно ли сейчас его сердце. Поклонники надеются, что в скором времени мужчина сообщит им о переменах в жизни.